Республикасы, правительство, регион Сакоми, авиатранс, да гражданская авиация лан Урал Сазаво, Чорничесне, Куме, ТВРС, Нелямнёль, Ладога, Вайем Юлыч. Та е турбо винтовой юзес новладлан самолет. Вежа с важным нен Ан-24 кыш квайтяс. Мен республика медвуджуяс лыдын видла срущая сабурдия кыртвувясас. Для того, чтобы республика Коми попала в производственный календарь программы завода на 26-2030 годы и могла претендовать на получение данных самолетов как можно быстрее, наш регион одним из первых в стране подписал такое соглашение с Уральским заводом гражданской авиации. Итак, что будет представлять собой новый российский самолет «Ладога»? Это, как я уже сказал, турбовинтовой региональный пассажирский самолет, рассчитанный на 44 пассажира. Лайнер можно будет эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Что очень важно, самолет будет полностью сделан из российских комплектующих, без использования импортных деталей.